Как вам посещение смотровой площадки «Панорама 360»? Ну, во-первых, это неожиданно, потому что я не думала, не знала, что у нас существует в городе такая панорама. Но это откровение, открытие очень круто, что можно посмотреть такой высотный пейзаж вообще Москвы. Фактически видно и центр, и не центр, и видно вечером. Круто, что можно и днем прийти, и утром, и вечером. Посмотреть вообще просто, как она освещена, что это тоже искусство все-таки на сегодняшний день. Искусство света. Ну, круто, здорово. С кем бы вернулись снова? Ну, я бы, конечно, вернулась прежде всего со своими дочками. Вот, я думаю, было бы очень интересно. Они очень у меня любопытные. Да, тем более здесь мороженое. Мороженое я и сама люблю. Я бы сама с собой тоже вернулась еще сюда, специально за мороженым. Отлично. И что пожелаете гостям «Панорамы 360» и слушателям Авторадио? Дорогие друзья, если вам захочется отвлечься от будней, от каких-то грустных мыслей, берите руки в ноги своих близких, родных, детей и отправляйте себя на панораму, отвлекайтесь, развлекайтесь, кушайте мороженое. Сладкое, оно повышает настроение и повышает иммунитет.